можно сделать что-то действительно стоящее и интересное. И не получить на это никакой реакции. Бессмысленный трэш-контент, совершать поступки, за которые потом будет стыдно. И все это ради каких-то лайков. В какой-то момент может показаться, что это работает, но стоит ли оно того? Молодому поколению нужны новые лидеры мнений. Такие лидеры, которые умеют думать, анализировать, а не хайпить. Специально для таких, как ты, талантливых, умных, ярких, медиагруппа «Комсомольская правда» создала проект «Алый парус. Открытые горизонты». Он поможет реализоваться тебе как автору и проявить себя на всю страну. «Алый парус» — это трамплин для молодых писателей, журналистов и блогеров. Здесь тебе помогут заявить о себе, и перед тобой откроются любые горизонты.